Меня зовут Кейт Клэп, и сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, как сильно я ненавижу отели. Ну, пожалуй, начнем с того, что каждый раз, когда я заезжаю в новый отель, я всегда думаю, что в нем есть призраки. И, конечно же, как любой нормальный человек, я пытаюсь подружиться с привидением. Я точка-точка-точка, я вовсе не медведь. Да, но после тщетных попыток я все-таки замечаю, что привидения в комнате нет, и так бывает каждый раз. Но я все равно шарахаюсь от зеркал. Как, знаете, в обычных типичных ужастиках, такие вот клише, что самое ненавистное, что кто-то вот возникнет в зеркале, и это будет обязательно какой-нибудь демон. Короче, после всего этого я точно забиваю на всю историю с привидениями, ложусь спать и думаю о завтрашнем дне. И в 2 часа ночи звонит телефон. Алло? И на другом конце никого. Конечно же, я успокоилась, опять легла спать, и все бы ничего, но опять зазвонил телефон. Алло! Ну скажите же что-нибудь. Я так хочу домой к маме, мне так одиноко. Пожалуйста, скажите, что... Что это было, мне даже на ресепшене не объяснили, потому что они сказали, что у них постоянно звонит этот телефон по ночам. И теперь я точно верю, что в отелях есть привидения. И да, еще я ненавижу отели, потому что там я себя чувствую особенно одиноко. Так одиноко, что я даже выхожу из своей комнаты в главное фойе и разговариваю с незнакомцами. Единственное, что я люблю в отелях, это мини-бары. Но знаете, эти маленькие холодильники в номерах, где куча всяких вкусняшек, которые в 10 раз дороже, чем они на самом деле. Так вот, каждый раз, когда я беру оттуда хоть какой-нибудь батончик, я себя чувствую реально Рокфеллером. Rich bitch. К чему? Но в этот раз я словила огромный джекпот. Помимо привидений в моем номере, у меня еще не было мини-бара. Вместо мини-бара у меня была плита. Я не умею готовить. Чтобы вы поняли, насколько я не умею готовить, я терпеть ненавижу чипсы. И, конечно же, все отпуски, как и этот, приходят к концу. И я приехала домой. И, о боже, как я была счастлива, что я дома. Я так растрогалась, что побежала просто целовать все, что я видела на своем пути. Так сильно я люблю свой дом. Зачем ты целуешь мой носочек? Давно я этот носочек не стирала. Потащили. Вот, собственно, поэтому я и сделала это видео. Потому что я поняла очень простую вещь. Неважно, где ты живешь, главное ощущение дома. Потому что если у тебя собака везде какает, люди орут и плачут, потому что, собственно, какашки с этим связаны. Неважно, как выглядит твоя комната. Сорваны ли обои, нет плинтусов, или элементарно какие-то вещи, мало мебели или еще чего-то. Если ты там себя чувствуешь комфортно и уютно, это самое главное. Потому что это твой дом. О-о-о. Я люблю свою комнату, и как бы я хотела, чтобы она могла мне ответить тоже взаимностью.
и сказать что-нибудь приятное. Приехала она опять редактировать свои видео и плющить об меня свою жопу. Садись на меня. Ну, теперь вы знаете, почему я так редко редактирую видео. Ну и, конечно же, я бы хотела, чтобы вы мне написали внизу в комментарии какие-нибудь свои интересные истории, если вы оставались в отелях, может быть, с вами смешно что-то случалось. Или, если вы никогда не были, я уверена, вы были на девичниках, на мальчишниках, то есть на неких ночевках у своих друзей. Так что пишите свои комментарии внизу, я очень хочу их почитать, повеселиться, и также читайте другие комментарии, я думаю, вы поднимете себе настроение. И да, если вам понравилось мое видео, я буду очень рада, если вы ему поставите палец вверх и подпишитесь на мой канал. Вы дизастер. И, конечно же, я не забыла, оставайтесь такими же позитивными и креативными. Всего вам самого хорошего и светлого. Меньше привидений в ваших жизнях, побольше мини-баров с низкими ценами и просто хорошего настроения. Я вас очень сильно люблю. Пока. Rich bitch.